нас есть или нет? Рыба у меня есть, да, есть. Ну, кидай рыбу. Ваня, хочешь похилить хулипалом с ДЦшка, а я Элиму пойду? У нас Сацуна есть. ДЦшка, а ты Элим. Так Сацуна больше тебе ДПС даст, чем ты. Это да. Есть Т4 с абсорбом, который хилит в два раза больше, чем весь мой защит. Что, ты ретрику выбил что-нибудь? Короче, сами решайте. Я не знаю. Ну ты бьешь 8 тысяч, он бьет 12, нахуй. Он больше бьет. Либо умрете без абсорба, либо выживете с абсорбом. Сильный он тут, а в лугар. За тот же нарок легко убил. Ладно, идите в два ретрика. Идите в два ретрика. Будете приезжать. Шли в два ретрика, черт. Сейчас убил груля, бля, думал, я такой крутой, сука, я забыл отключить агроспел у паладина своего, бля, после королей. Хуя я бури, блядь, первый по агру, ну нихуя себе. Тут капаны обязательно, типа. Пока Женя и Це пусть будут. Дайте ребаф, я каски скину с отцу на клоки. Ой, я вставил вообще. Ой, нихуя себе, какой вой депост хуже. Ой, вы все оделся, блядь, у меня ДЦ. Это спасибо Марсезу, он уступил. Кстати, Ваня, у тебя апнутые кулачки как-то. Так, я секунду сейчас. Ну, пофиг, потом перебафаем. Короче, я сейчас бафни кулаки, потом меняемся, я кулаки-то каски. Что там все есть, интеллект есть у нас? Так, дай минуту, сейчас будешь пули, да. Ну, может, моба запускать, я успею. О, был драйвен. Петя в танка, короче, Андрюха снизу мобов заберет. Петя, ты сверху двух переведешь. Что запустил? Давайте баны про лаги. А посчитай СПД с посоха и Бладрейвенская. Ну-ка свое посчитай, сколько там будет. У меня получается еще 105 плюс 793. 898 получается. А у тебя сколько? И чарка-то у меня на посох 121. Так, я оценил всю ситуацию. А оценил, что у всех все нормальное, да? Пухи. Смотри, там у тебя со спеком, со шмотом все нормально. Смотрел. Ну клык это вообще красота. Это ты его выбил, да, вчера? Да не, я еще раньше выбил, это уже, не знаю, третий или четвертый клык упал. Тоже он 13 брал. Парни. Вопрос по замене. Вам троллейбой надо кому-то спать? Петя и... Скрику. И меня. Ну давайте поменяем Петю туда, а меня сюда. Там троллейбой надо троим, блядь. Ну, у нас тоже троим. Кому, блядь? Ну ладно, двоим мне и... У тебя пуха есть. Если... А что троллейбой? Ты так, тут двоим, и ты придешь сюда, будет троим, блядь. Прикалываешься, блядь? Понял. Этот самый уфолог, ну-ка глянь, у тебя сколько в форме мишки и брони, короче. Да. Ебать, как я угадал. Ну это с бафами рейда, ребят. Еще дает Павловская. Я тоже подкупил с утра этот воякель зачарил, блядь. Тоже плащ такой же и грудак такой же взял. И еще пояс взял, нахуй. А то мне 45-й стоял, заебал уже, блядь.
Ну, я пояс пока не меняю, мне с меткости там это. Сейчас вот на грудак перейду другой, тогда уже поменяю пояс. Портануло, что за хуйня? Вот я тебе об этом и говорил, нахуй. Кто-то стоял наверху или что, не могу понять, что было? Нет, это просто поспешили, вот из-за этой хуйни. А где кнопка с этим, с хаем? Ну все, и они там сейчас я либо умрут, либо еще. На выход бегите тогда. Какой выход, добейте, давайте. Да. Ну а, мы, блядь, пошли, заходим тогда, хули. В смысле, у нас фулл рейд, блядь, стоит у входа, нахуй. А, ладно, будем теперь. Выходите. Обновите. Ребята, инст, что сказать. Я потом убегу, блядь, короче, спускаюсь, наверное, ну, мишкой медленно туда. Опять выходить. Короче, спешить не надо, типа, спускаться, блядь. Да, да. Ну, у меня не портануло. У нас портануло. Ну, потому что ты прибежал последний, типа, с этим. А слышь, погоди, что за хуйня? Все, я вышел. Блять, я короче, понял, думал, КД повесилось. У меня в чате пишут, взломан дает через 4 дня, нахуй. Выходите. А что я как для пустыми сапогу сидеть? А, сколько? А черепок на мой берег стоит. Это уже другой боб из параллельной вселенной. Ну, и черепок на нем стоит. Короче, помню какой-то прикол. У нас метка стояла целая КД, блядь. Не помню, то ли Каржан ХМ, где мы пришли, я пусть. Смотрю, блядь, метка стоит, нахуй. А что там нормально, Андрюх? Ты какими-то руками бегаешь? В смысле, он бегает? Руками. Или это только у меня? Не, ну да, рывки такие потихоньку. Вот нормально сейчас. Сейчас вообще заебись. Я вообще не ожидал. А, ну, видишь, я Рошамой когда пошел 250-м, я думал, ебать, тяжело будет. Не, ну было тяжело, там на Дженалай, когда Кирилла пробивали эти 20 драконов, нахуй. Просто ищешь пока место, где от бомбы встать, нахуй. У него уже пол хп нету, нахуй. Начинаешь кастовать, у него уже, блядь, 2% хп, нахуй. Пиздец, еле вытаскивали его там. Ну там паладин с Валаниром был, поэтому, может, из-за этого повезло, блядь. Три шмотки залутал бисовые просто, блядь. Теперь у него шаман не совсем бомж, уже нормальный пацан. Сходил с собой. Все, что я полутал, это 6 шмоток с духом. Лол, блять. Там на сову чего, только посох и голова надо. Там посох, пояс, голова, боты, кольцо, еще что-то не помню. Голова, ты имеешь в виду шлем, да? Да. Но... Нет. А на самом деле на сову там только посох, критхаст и... Талик, короче, голова сушеная, которая... Еще кольцо и ботинки. А крит-меткость, которая кольцо? Да. А что, оно сильнее будет, чем Толгородская с проком? Ну, да. Что-то я Толгородская лучше хочу носить, хуй знает. Ну, если оно до 58-го поднимется, maybe будет лучше. 45-е хуже точно. Надо будет выбить, потестить кольцо, блядь. Чё, ждем? Ебаный сервер. Ждите после того, как моб умрет, вот и все. Вы Харрисон? Ага. Право можно, кстати, не бить. Ладно.
Он черепок стоит, сейчас нас опять портанет нахуй. Ты ёпа не блять. Выходите, наверное. Нет, ты один. Даже у пяти танчи, там все есть, там кроме нас двоих нету, мы за булдрейном бежим. А, еще ты, ну. Как это работает, кто понял, типа, если метки стоят на месте, типа лучше не заходить, да? А я болячки на них что-то не одна. Да, наверное, из-за того, что сверху мобы стоят, их надо агрить. Ой, это бегите быстрее, тут один. Сацуна сдох. Беги сразу сюда, вставай. Ченка и череп приоритет убить. Ты ничего, минуту проебали, похуй. Этого моба не убили. Все, ты полих. Древо на себя все скастуешь. Готовность, дали бафы, скибиди накидывает хоты. Этот... Воет тоже хоть и накидывает. Первый бежит Петя, а потом бежит Андрей. Приготовились бежать. Три, два, один, поехали. На меня что-то согрелись. Блять. Скажите, когда бежите? Добежали. Все, можно умирать, да? Всё. Да, умирает Женя и... Тут Петя... Умер Женя? Или еще нет? Да. Все, давайте реситимся. Подрывимся, давай. Кастима срез сразу шкаф. Вы сразу киньте, потом до сумма. Кто танчит? Танчит Андрей. Хотя... Не, лучше ты потанчи. Там 5 крита дадим. Издевательство. Ну, 5 крита. Ты со своими вот этими туда-сюда, ты определись сразу, скажи. Окей, и давай я ты в ДД. Кто? Без похуй. Блять. Я уже сам спекнулся, вы чё, блядь? Я об этом же и говорю. Сам. Блять, вы либо возмущаетесь, либо нет, я не знаю. Ты скажи одно, и все. Ты сказал, Андрюха танчит. Нет, давай все-таки Андрюха в сову. Я начал возмущаться. Все, Андрюха танчит, ты... Он в сове, я танчу. Все, похуй. Разберитесь, не знаю. Сацуна, с тебя каски. Фул перебафал кулаки, пипец. Все похавали, надеюсь. На природу не забываем, готовность, поехали. Будрейвен. Добав лапка. Давайте, 3, 2, 1, поехали. Гера. Я считаю, миликов меньше лиза. Скибиди близко к мелизоне стоишь, отойди чуть дальше. Приготовились бегать, только приготовились. Сбежались.
О, красиво. Пошли. Медузона 3 стака, надо будет, наверное, разойтись. Чуть разошлись. Скинь потом баблом, как сможешь. Фрик тоже скинешь зеленкой. Ну, если будет кастить мили. Мили. Хорошо. Бой, потом сбегаемся после сбоя. Только сразу надо будет сбегаться. Начинайте потиху сбегаться с боем холода. Соня. Ебаный тайм где-то. Вышли. Ну, сдвинься влево, у тебя ж места много. Собственно, ты синюю кидаешь? Да. Окей. Сейчас один сбой, потом тоже сбегаетесь. Сбой, сбежались. В воида. Вот влево. Блять. Сбегитесь в одну точку там, в синку. Чтобы две могли ближе подойти. Тупхак, далеко стоишь, пиздец. Куда станешь? Сейчас один сбой, избегаемся. Промах нахуй. Прикинь. Плохо. Веткости не брал. Папа, ты тут? С нами? Женя справа сдвинься, Женя справа сдвинься. Или кто там? Женя справа. Милики, встаньте под правую ногу. Там Ханта, ФК, походу. Выкинула, выкинула меня. О, говорить умею. Отойдите в сторону. Все. И топ-хайп, смотри, там тоже близко к нему стоишь. Сбежали, сбежали, сбежались. Сейчас удар будет правым и похуй. Сука. Поднимите краску. Все, разбежались. Я дурак. Близко стоите. Ult и топ хайп вместе. Оставляю групп лут. Хант с нами. Ладно, я мастер лут поставлю.
не могу пока зайти. Сбежались, быстрее. На хп дай. Фонтане хильте. Да вы убили. Все, идите, падайте. Уже плута нет вроде. На лут здесь забери сперва, а потом падайте. Плутайте сундук там. Плечи, скорость, меткость. Охуеть. Поставь там у входа, пожалуйста, Джилса, Санёк. Петя, на тебе бой. Вы не заходите, бой же на человеке еще. А, ты скинул? В смысле? Там бежать всем надо, если не ошибаюсь. Посмотрите бой, еду есть можете? У меня боя нету. Вроде все выделились. Так, можете меня заменить? Я не могу зайти в игру. Заебись, блядь. Классно. Помогите в гильдию быстрее кто-нибудь. Чайный дом, да, стрела. Лёха надо, Лёха. Кто не взломал, просто смотрим, бросаем патина. Лёха, погнали. А, Лёху забрали. В группе, нахуй. В группе. Стреля. Давай, всё. Я хил. Ничего страшного. Чё, два шамана? Короче, с нами стреляем. Окей. Не, Женя пока был в хиле. Пока в хиле. Ну, короче, ладно, шкаф, поставьте шкаф, ставьте сразу. Не тратить КД, а ну ладно, похуй, давай. Наш шкаф, не надо шкаф. Надо было пробежать на шкаф ставить, ребята. Тык. А Симон. Стали там все, что на ХП можно дать. Приготовились бежать, накидывайте в два шамана орехи, и ход и бой, и убегаете после этого. Сильно напулился там. Войт умри. А чё вы не... Там кто-то другой... На маунтов можете сесть? Петь сможешь? Чё, умираем. Заебись. Блять, короче, блуд ты на маунте? Не вижу, где он, блядь. Да. Поехали с тобой, блядь, попробуем проехать. Ладно, поехали. Если что, я дам диван, если смогу. Нет, у меня медведь. Слышь, у меня медведь. А, я конченый. Там топорщик сзади. Петя, ты проехал? Да, теперь я умираю и скибиди. Все, вставайте быстрее. Бежи. Ебать. С вами бегите. Стреля, с вами беги. Нахера ты бежишь? Да, это СС был. Жму, превратился в медведя, а он сову проехал, понял? Блядь. Ладно, да нет, рисунка мы успеем, 100%, 4, нет. У вас каждый заломан такой интересный. Саша, надо было вставать из тела и бежать, а не вставать с помощью креста, если с ним встал. Ладно, кажется, нет, не каждый, типа, просто вот, получается... Хил, орехи, но... Двое, тут хайп, где? Топ-хайп тут, готовность. Прохильте топ-хайпа и поехали. Орехи накинули, быстрины накинули, омоложение накинули. 3, 2, 1... Полетели. Да не езжайте под стенку к топорам, блядь, заебали каждый раз. Я диван Андрюхе кину, или Пете. Похуй кому. Она вообще Blood Raven дам.
Все, остальные баллом в пол упали быстрее. Стреля, сагри их, умри как-нибудь. Хорошо, Петя, на тебя. Ты там распределил, подумал насчет филов, у нас сейчас три фила просто. Стреля хилит, Войд хилит, Женя в этого Элема. На скибете бежит. Зачем заходите вы? Он не заходил. Выйди с наста, выйди там. И обратно, и все. Помирить. Женя умер? Сейчас, если... Топ-хайп, умри. Бой, блядь. Сука. Ну вы смотрите, на ком бой. Топ-хайп, ты где? Уздов. Показал, он умер. Все, порядок. Рест. Ебать. Вдох, выдох, пацаны, что-то дохуя паника, нет? Я не знаю, блядь, неужели сложная команда ебала в пол? Теперь. Ну, каждый думает, что он умеет, да. Типа, знаешь, инвиз прожмёт, еще что-то нахуй. Рыбу поставил. Сумми, вставай. Фрика сумонит. Скибиди сумонит. Топ-хайп, вставай. Я топ-хайп за сумонит. Топ-хайп за сумонит. Я кулаки бафаю. Сейчас ману немножко. Пожрали, короче, Петя, Крестик, Черепок забирает Андрей двух медведей. Крестик, Черепок убиваем сейчас. Поехали. Работаем. Андрей, медведи, забери, отверни, не подходите пока, дайте ему забрать. Ок. Вы, блядь, вот просто, Петя, нахуя вы на этом городе их ловите? У меня жопа отвалилась. Специально за текстуркой зашел, ловить пакет. По черепу пакет. Поехали. Право. По черепу поехали, X-Freak, заморозку не юзаешь. Я дам стан. X-Freak? Сука! Что непонятного? Дискон? Все, давай, погнали, давай. Секунду вылетело у меня. Ну, заебись. Только интернет подключился. Заходи в игру, вот. Сейчас загружается. Пиздец, я охуел. В эту складу. Загрузка идет. Ебаните шкаф и сеть. Уже босс убьем, я говорил, не заходи.
Саш, стрели, кинь свои орехи на хит. Геру дайте. Сунь, забери третий аур. Нажмешь мастер, когда он будет превращаться из обычной формы в медведя в следующий раз. Саш, трель, въеби, пожалуйста, тем на ману. Брюхов топи и нарповский будет. Задавал. Вижу, сыр. Я сплотал. Он что, забагался или что? В смысле? Готовься, мастер. Хорош. В смысле забагался? Долго не превращался. Нет, он так долго и не превращается. Освободи третий. В обычную форму выйдет, я дам тебе все, что надо. Мне сейчас надо забарить будет. Я дам тебе сокрою, и ты дашь бы. Только в обычной форме, а тут тебя положу. Готовьтесь, уфологу сокру дал. Бэй, хильте уфолога. Прохил 5. Одну Герману нажмите, у кого есть. Сатсуну третью забери, нажмешь при переходе фаст. Петь нажми, Горн, сейчас 10 секунд поставим. Третья. Дай третью.
Зачем ты забираешь? Я? Ничего не делаю. Ты забрал у меня до этого его. Да, я забрал раньше. Да, намного раньше. Интересно, я тебе Бог дал, а он на тебе. Оно просто забрыгалось. Да там, блядь, в мусоре всегда успеваешь затаунтить. Я все понимаю. Ну, муты мы с Сацуми почти все скипнули. Ну, третью забери, нашу. Добыча групповая, все быстро должны отказаться. Убили? А, нет, не убили, мы упали. Слушай, берса. Я вижу, вы живые, блядь. Потому что берса... Охуенно. Потому что одного человека и не было, вот и берса. Чё? Второй, сколько там таймер остался? 3 минуты. Уё. Да, все. Приятно. А, ребят, ну, это пиздец. Хорошо, что как и не телек, в общем, это... Не берите ДВДД одного, пожалуйста. Мне надо атаки полку вешать, ладно. Это меня уже смотрит хос. Похуй, расходимся, блядь, ББ. Всем что-то надо, что-то вылетает. Нахуй кому-то нужен тот зломан? Да не, ну вылетело, тут же никто не виноват. Бывает. У одного вылетело, у второго вылетело, полка вылетела. Ваня, я вчера озвучил... Вань, стоп, я вчера озвучил то, что вот это ж могу не быть на взломание. Ну так зачем вообще в рейд заходить тогда? Я вообще шел до конца, до третьего сундука шел бы, но раз мы упали, блядь, я озвучил свое то, что мне не надо отойти. Ну так все, значит, не надо нам этот трейд, блядь, родить. Здорово, блядь. Я не знаю, вот. Я... Замешательство лично я. Очень сильно. Обмен, да, это хайп. Надо соцсем или нет? Пойди секунду. Нет. Че, никто не пойдет больше? Все ливают или что? Или только скинут? Да пойди. Ну типа похуй тебе, пойди. Хант, я первый раз его видел. Потом я вылетел, блядь. Пиздец. Пока диск прогрузился, вы уже бьете, оказывается. Верно, короче. Ну типа пошли, дойдем нахуй, чё. Пошли. Да, всякую магию попробую. Мне Хогвартс. Не идите за мной. Не идите за мной. Да, окей, я понял, что там не видит. Не сходит поебать. Короче, я не знаю. Это пиздец. Так не работает, я понял. Нет, я мастер нажал зря. Че, бежать надо до них, да? Нет. Вот и, блядь, я к этому и говорю, что надо, блядь, люди, которые, ну, типа, которые, блядь, они каждый раз новые, надо рассказывать. Ну что, Войда не будем брать в следующий раз? Женю не будем брать в следующий раз, получается? Чего тут Войд?
Может, хуйня какая-то начинается, ну серьезно. Так ебать, это не каждый же раз было, блядь. Интернет отключился, блядь. Пока он переподключался. Сколько я у касаемо времени, я согласен полностью. Типа, ну, не знаешь, что не типа, будешь занят, и зачем заходить в рейд, блядь. И это с тобой, ты согласен. То, что вылетел, то хуйня уже. Меня больше загорело того, что типа, ну, нету сундуков, дальше не пойду, типа, ну, что это? Ну, мне похуй, есть сундуки, нету, блядь. Нахуя мы тогда собираемся? Ну, я, например, не хочу время тратить много. Сейчас мы бы могли уже там на третьем боссе быть. Мы потратим на инс, который проходит 40 минут, 3 часа. Вот это вот прям не хочется. Почему 3? Ну дальше тоже так же пробегать. Слышите, поставали без обид, вот просто пизда. Сюда, Бладрэйвен, или ты там стоишь уже? Ну, возле босса. Это у нас два дивана, вон, блядь. Любое тело добежит диван, и все. Давайте, готовность, побежали. Наоми, потом за Симоне. 3, 2, 1, поехали. Орехи кинули, надеюсь? Ты, блядь, рейд, ну, типа, ни разу не протился за 40 минут, нахуй, еще. Ни у кого. Ну, я образно говоря, то, что он проходит, ну, не 40 минут, час-полтора. Нет? Дайте, не беги туда, Петя, не убей там людей. Полтора, наверное, самое быстрое. Все, резайте у нас. Рейд 40 минут уходит, блядь, на 4 первых босса. Вторых два босса можно еще за 20 убить. Это час в идеале. Но в идеале нихуя не получается, поэтому полтора. Чувак, ставьте Симон. Ну, у меня видео записывается, у меня прям на видео было, что вот этот значок интернета нахуй исчез, блядь, и появился глобус, блядь. Иди, здесь и никого не слышно, блядь. Пока он, блядь. Ну, 2 минуты где-то по ощущениям прошло. Не знаю. Конечно, стрёмно, когда такая хуйня на скорость надо проходить. Ну, у нас 3 минуты осталось. То, что тебя не было, 3 минуты до окончания сундуков. Типа, либо мы начинаем, либо мы все равно проебываем. У нас ДПС не хватило. Что поделать? Я только чувствую, что хан, блядь, не специально нахуй. Да он из-за того, что ты ему написал, там, пиздуй в дис, наверное, может, из-за этого. Ну, я хуй, не знаю. Мне все равно. Да не про тебя, Наоми. Да не ты, не ты, Наоми. Сейчас я не хуй. Хорошо, хоть хорошо, да? Да, забирай, забирай. Квадрат, встаньте все и все. Ну, РДД. Беру, дайте. Скибите время же, да? А, на Соне откачу. Знаете, танками как-то один в одном.
третий освободим. Это я, короче, фрик, я нажал на металл. Ауру. Где наш мусор? У нас меткость никто не дает. Нет ни ШП, ни САВы. Вот и третий. А если тебя кнопку вкопала, то я больше дам тебя. Хотите поумирать, то могу спекнуть. Я не знаю, не, эти боссы-то убьются. Зулджин, там не знаю как бы.
Часа 40 секунд. Че, бежу на джунлайн сразу отсюда, чтобы поедем. Готовьтесь сразу налево и до конца побежим. Через медведей. Что? Бомжей, да, мой выбор. Понятно. Окей, давайте готовности побежали. Все готовы. 5, 4, 3, 2, 1. Поехали. Налево не цепляйте. Добегаем до самого конца. Посередине я зову. Стойте, перетормози 5, чтобы все успели. Дай последнюю мастера. Все, поехали. Освободил мастер. Наклинатели поубивают всех, скорее всего, сейчас. Там Blood Raven добежит, надеюсь. Диван 15 секунд. 10. Так, СС у нас не было, да? Устрели вставал. Стреля. Линко лежит. Че за ним? Вол. Не протаймили. А два тела там где лежат? Да мне кажется, не знаю, на земле лежит там. Лежит. Ладно. А не стал сейчас фиксится, видит цель или нет, нахуй, может я встал, сюда дойду. Ох, пиздец, блядь. Похильте. Готовьтесь. Первая перебежка там до горочки. Пускай опять Петр первый бежит сам, он может это как в прошлый раз заявить получится. 3, 2, 1. Побежали. Сатсуна, не даешь диван. Так она у меня эликов нету. Чем я буду видеть? Точно, у меня комбо повесится, как в прошлый раз не получилось. Все, ебал он в пол, все дружно. Стреля, снимай диван, резай таргет на всех.